вы поняли, мы опять заехали в какую-то попу. Тут, по идее, должно быть озеро. Оно там есть, только тут какие-то надписи. Сейчас придется перейти. Да, давайте переведем, можно ли нам туда заходить или нельзя. И от этого будем отталкиваться. Короче, мы не умеем читать по-тайски, если что. Вот тут, типа... Короче, там написано, это какой-то общественный лес. Сюда нельзя заходить без специального разрешения, которое надо получить у должностного лица. Никаких других лиц, кроме нас, там, в общем-то, не видно, поэтому мы пойдем. Если что, мы читать не умеем. Эх, облом. Решили не ходить, потому что там сторожки какие-то, чтобы нам по шапке не дали, и тайцы не расстроились. Ну, видимо, все это с пожароопасностью связано. Ну ладно, мы нашли еще одно озеро тут рядом. Может быть, на него пускают. Короче. Надеюсь, они добрые. Короче, коровы. Мы их здесь уже несколько раз видели. А, кстати, тоже все высушено солнцем. Чуваки. Ладно, будем погонщики. Какая-то вот одна дурочка побежала, и все остальные за ней. Не, ну слушай, может они площадка по лесу. Не, ну они должны по идее знать, куда возвращаться. Просто что делать? Что же они так до дороги будут теперь? Не знаю. Ну ладно. Глупые коровки. Слава богу. Коровки, возвращайтесь. Ой. Здесь вот я смотрю, некоторые деревья помечены какими-то черными мешками. Не знаю, что это. Ну, а, это палки, какие-то вешки, короче. Интересно, что это за... Ну, вот черные палки с мешками, они же явно не рандомно натыканы. Может быть, какие-то посадки отмечают так? А до этого мы проезжали красными веревками было. Но да, я там мешками какими-то. Мне кажется, это какие-то монашеские дела. Может быть, да. Я не знаю, это лесничество. Вот, может быть. А может быть, дорогу обозначают. Ну, короче, не знаю. Короче, какие-то местные обозначения. Приехали на второе озеро. Ну, что-то непонятно. Все ловят рыбу. Ну, никто не купается. Ну, туда пройдем. Да. Сейчас глянем, что здесь. Вон там какие-то, какая-то беседка, может, там что-то написано. Ага. Идем переводить опять. Да, пора учить тайский. В общем, вот оно, это наше озеро. Вокруг тишина, покой. А на том берегу, сейчас я приближу. В воде сидит какой-то местный мужик. Что-то делает. Надеюсь, он ловит рыбу, а не что-нибудь еще. А вот там тоже другой местный мужик сидел на дереве с какой-то штуковиной, напоминающей арбалет. Вот он с ней идет. Не знаю, что это такое. Какой-то плоский паучок. Выглядит стрёмно. Опа! Что? Прыгнул. И обратно на место. Короче, не знаю, что-нибудь видно или не видно. Но, да, это правда оказалось какой-то мега-рогаткой. Мужик только что сейчас стрельнул в воду. Вот. Хорошо, что второго мужика не попал, который там сидит. Выглядит стрёмно. Что?
Да. В общем, местный мужик сказал нам, что здесь купаться нельзя. Поэтому мы решили пойти там, где он нас не увидит, и искупаться. Ну его нафиг, потому что. А вот тут растут какие-то ядрено-желтые бромелиевые. Не уверен, что это не оригелии. Но они прямо очень насыщенного цвета. В общем, это очень похоже на полисцес. Не уверен, что это он, но потом узнаем. В общем, перевели надпись тайского. Это называется гриб обезьяньей головы. Вот. Насколько я понимаю, это гриб ежовик, который растет в Китае, всячески полезный, там из него делают таблетки, тра-та-та. А я подозреваю, что вот в этих вот сарайчиках их и выращивают. Кстати, вон вот там тут... еще один гриб нарисован. Давай, вот тут открыто, давай заглянем. Во. Давай, пока никого нет, снимай. Это мицелий, видимо, в опилках. Да, и вон там прорастает гриб. Растут вешенки или что-то такое. Ну вот этот гриб. Похож на вешенку, да. Ничего нет, там нету пока проросших. Сними еще вот это. Вокруг всего этого домика натянут шланг ПМД с форсунками. Я подозреваю, что в сильную жару включается охлаждение. А стенки сделаны, ну, просто из прозрачные. Такие солнцезащитные сетки, наверное, 90%, которые поглощаются. Вот такая вот штуковина. Прикольно. Так, у тебя камера куда? Ты центрируй ее периодически. Вот я не знаю, что это такое. Ирисы какие-то. Может, рис. По лесу получается передвигаться только с ужасным хрустом, потому что... Все сухое, 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 сухое. Вот, ну нашли какие-то странные цветы. Да тихо, ты не дергайся. Вот такая вот. Штучка. Что нашли? Дикий ананас. Нашли ананас в лесу. Не знаю, дикий, не дикий. Ну, по крайней мере, в лесу. Какая-то нора паука, плетенная из паутины, очень напоминает по конструкции нашего каракурта. Сейчас попробуем выгнать хозяина веточкой. Не знаю, что получится, но он туда занырнул, когда мы подходили. И был не маленький. Паучок, выходи. Все сухое, ветки как труха ломаются. О, норатка, кажись, глубокая. Вот она идет под деревце, под корни. Где-то там сидит паук. Она течет? Нет, похоже, паук куда-то все-таки глубоко занырнул. Не будем его давить. О. А Маша открыла источник. Маш, а ты уверен, что это не канализация? Куда? А, ну конечно, все сухое. А куда там куча муравьев открываете? Ну. Правда, фонтанчик.
Черт знает, откуда она. Короче, услышала я звуки, как будто птичка щебечет. Вот, и подумал, что это может быть Токи. Захожу в туалет на первом этаже нашего домика. И правда сидит на стене вот такой вот злобный товарищ, который пытается сожрать сейчас всех. Вот, и орёт. Сейчас ему палочку в зубы дам, чтобы он меня не съел. Так, тихо, тихо. Смотрим, какой он красивый. Смотрите, какой цвет. Это он не то, что разводные. Конечно, на солнышке было бы лучше видно, но тем не менее. Так. О, слышите звук? Это еще один где-то орёт. Там посмотрим. Значит, его напугал. Довольный Гоша. Пока искали еще одного Токи, нашла шкуру змеи. Но это ее часть, только там еще большая часть осталась. Так что дом наш опасный. Последнее утро нашего пребывания в Чангмае. Очень короткая поездка. Но сегодня был первый день, когда мы спали. Я вчера пошла в комнату за телефоном и там уснула. То есть у нас такой режим, что я просто здесь выключаюсь. Вот. Сегодня утром не стали искать какие-нибудь кафе, решили поесть прямо рядом с домом. Так как это деревня, здесь сидят местные, мы пришли в местную кафешку. Здесь все на тайском. Но благо есть Google-переводчик, и мы вроде бы сделали заказ, вроде бы даже это все не съедобное будет. Сейчас узнаем. Как очень мило. Снова приехали в питомник неоригелий. И теперь сами будем выбирать растения, которые нам уже будут упаковывать на отправку. Недавно, кстати, был полив, очень влажное все. Полив происходит всего лишь раз в 3 дня, по 10 минут. Вот эти вот штуки крутятся и заливают все вокруг дождем. Сейчас будем эти растения очищать от кокоса и упаковывать уже на отправку. Вот Маша уже устроилась работать на плантацию. Все, прощайте, я остаюсь в Таиланде. Тяжелый труд, 40 градусов. Вот мы тут сидим, выковыриваем растения из горшков. Вот тут растет замечательный палисциас. Растения часто привозят у нас из Голландии. Вот. А здесь он прям как дерево растет. Вот так вытряхивают воду из неоригелий перед отправкой. Сейчас они еще будут сушиться несколько дней. Потому что если останется вода в розетке, то они могут загнить в дороге. И неоригелий никогда не пакуют в пакеты, то есть их высушивают. Поэтому часто, когда вы получаете посылки от нас, вам кажется, что вы получили сушеный куст, но это нормально. Они ездят так со всего мира. И Ring of Fire. Victoria's Secret. Victoria's Secret. And maybe, but this is a compact. Compact size, but this one is a medium. Compact form, big form, medium size. If you want a baby, a plant that compact and good color, you choose to select small. Over there. Сейчас мы будем учиться опылять неоригелии. What a beautiful plant.
This one cross with this one. Okay. Where female and male? Okay, we go. Готовимся к процессу. Okay. Вот наши девочки, которых мы вчера выбрали. Вот сейчас их уже стряхнули с них воду, насколько это возможно. И сейчас отправят на сушку. Целая лаборатория. First one we write pollen plant. Mm-hmm. This one is a chubby. Okay. And this one name hybrid, just hybrid. Mm-hmm. Записываем название гибридов, ну в смысле родителей в данном случае. Один здесь будет no name гибрид, а второй шаби. Чаби, вернее. Plastic bag for keep pollen. This bag chubby. This bag hybrid. Мы получим в обоих растениях семена. Теперь нам надо разобраться, как отличаются. Женские цветки от мужских. Острый ножичек, пинцет, свет, сверху под клапаном. Мы отрезаем, удаляем лишние лепестки, видимо, для доступа к соцветию. Под клапаном. Под клапаном в рюкзаке. Ты на них сверху еще что-то положил. We can say six pollen. Uh-huh. One. Так, видим шесть. Ага. Собираем шесть тычинок. Или что это в данном случае? Пестики. Я тот еще ботаник. Полин, это твои эти тычинки, да. Тычинки, наверное, да. Посмотрим потом в словаре. Four. Five. Я думала, это на цветке происходит. And six. Oh, он с них пыльца осыпается. Uh-huh. After we take off pollen, uh-huh. you can see a female uh-huh. in the middle, right? Over there. Ничего не вижу. Сейчас Гош снимет. В середине? In the middle? Yes, in the middle. Mm-hmm. And we keep pollen inside. But mm-hmm. this one have a contaminated with the water. Do not water inside. Okay. Нельзя, чтобы подала вода mm-hmm. Сейчас. Поли. Угу. Чтобы осталось только пыльца. Внутри пакетика раздавливаются эти тычинки, остается это? Только пыльца. Должна быть абсолютная And сухость. Угу. Female inside structure is a like spiral. We should be a supplement. Мы должны их раскрыть. Или что здесь? Блин, из-за фонаря ничего не видно. Ну, там тебе и так видно что-нибудь, я на макро сниму. Ну, я надеюсь, что мы приложим потом фотографии. Это мужские, я так понимаю, половые органы. Okay, three. Он делит их на три части.
and back to do the same thing. Делаем то же самое со вторым растением. Это надо потренироваться, блин. А вот здесь вот видно, которая часть ниточки. Хорошо. And keep into the habit. Теперь берем пыльцу от второй неригели, которая гибридная. ตะกร้ากี่อ้อนทีหลังก็ได้ไม่ได้ใส่กล่องน้อยๆให้เขามันเดี๋ยวมันหักเออห่อเลยนี่จะเป็น because female deep inside นั่นสุดที่เจ้าสิจ้ะКто же это придумал? Освобождаем пестик. А не мужской половой орган. Окей. Я тебе вечером все расскажу, что я по этому поводу. Как вы поняли, ребята, практика от теории сильно отличается. Окей. Так. It's not sharp side. Do not this one side. Понятно, не острой стороной. Разделяем его на три части. You can see why three? Because the structure of по-другому не получится. Он как бы состоит из. Он состоит из трех частей, да. And then I will be cross a pollen hybrid with a shabby, but shabby with a hybrid. And делаем перекрестное опыление. Пыльцу наносим на нож. И ну, в общем, да. По сути. И на самом деле кисточкой, наверное, тоже можно было бы это сделать. Не думаю, что это куда надо прилипнет. Тут очень мелкая вся. Кисточка, скорее всего, это размажет. Окей. Just a box. Так. And before you choose a knife, back to this one. Clean it first. Because pollen. They, yes.
Короче, нож вытираем футболкой. На, поснимай, а я попробую макро. Голливудский блокбастер. Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль нашему разводчику Нерегелий. Окей, комплит. Угу. Все, мы опылили. Что-нибудь да получится. Ну да. Я вот тоже чертичоны снимал. Ну ладно, разберемся. For protect, you are for no notice about calling name. You just cut a small check. В общем, мы берем и подписываем то, что мы опылили. And write the name of Pauline Pan. This one Pauline Pan from habit. И пишем наименование растения, с которым мы опыляли. Ну, что, в общем-то, логично. И, видимо, это надо воткнуть в маленький вот этот цветочек. Вау, я хоть что-то правильно сказала за этот процесс. В общем, после опыления 3 или 4 месяца занимает процесс образования семян. Очень долго. А само растение вырастает за 3-4 года, вне зависимости от размера розетки. В общем, это долгий процесс, как вы понимаете. Еще вы должны понимать, что поскольку это все не природные виды, а гибриды, то идет расщепление. Если вы получаете семена, будет разброс. То есть будет всегда разный цвет. Вам придется делать выбраковку. А прямо на листике. This is the day that you are start to... Маркером пишется дата. Прикольно. Супер. Thank you. And I will bring you to see inside after. О, окей. Сейчас нам принесут растение, в котором уже сформировались семена, чтобы вы понимали, как это выглядит. I pollinated. Ага. Это гибрид, который произвел. One year ago. Ничего себе, он был опылен. I forgot to keep. Some seed inside. Прошел, в общем, год, он забыл достать эти семена. И вот такие коробочки организуются. И там внутри... Ой, сейчас. О, круто как. Слушай, мелкие. About 100 to 180 seeds inside one flower. Ничего себе. Keep it. What time they can prorogate? Нам подарили вот эти семена, сказали, что надо держать их в холодильнике. Внимание, температура должна быть от 15 до 25. Ну, вы поняли, да? Для нас это комнатная. И семена сохраняют схожесть примерно на протяжении года. Будем пробовать. А сейчас мы сами попробуем произвести опыление неоригелий. Вот это вот неоригелия Victoria's Secret. Сейчас мы ее будем скрещивать с... Чем-нибудь еще. Ну, с гибридом вроде, я так поняла, вот этим. А, ну тут еще осталось пыльца, да, от прошлого опыления.
Вот, поэтому пыльцу мы собирать не будем. Сейчас я подсвечу фонариком. Я себя чувствую на операционном столе. Мой. Why are you a pencil? Understand. Deep. Okay. Collect. Лепестки надо оборвать. I have one technique. Не поняла. Сейчас покажу технику. Оттопыривать надо лепесток сильно. Там же что-то он обрезал. Ну, это тычинки он обрезал. Пестик он глубже. Так ничего не останется. В середине останется как раз пестик. Мы это оставили только. And this one. Свети, Маш, ничего не видно. Нужно дом потренироваться. Be careful, a female in the middle. Not. Надо было, короче, ты тычинки тоже убирай, потому что пестик в середине, его нельзя повреждать. Все, я поняла. Я почему в прошлый раз удалили только тычинки, доставали? Мы тычинки доставали, чтобы пыльцу собрать. Сейчас нам тычинки вообще нафиг не нужны. Потому что мы будем на то, что мы уже собрали опять. Да, у нас уже есть пыльца. Опылила уже, видимо. Нет, ты еще, пока ты не растопырила его на три части, ты ничего не опылила. Жесть, короче, я не знаю. Not easy for fun. Мне нельзя быть хирургом. Окей. Плохо сделала, да? Сильнее? I think it's okay. Короче, все надо делать умеючи. Старайся вместе с тычинками отрезать. Ну, я боюсь задеть пестик. Это же тычинки. Пестик, он в самой середине. Можно я буду пока, как у меня получается? Not good. I will show you. Короче, я, наверное, опылила сама на себя ее, но все равно мы попробуем. Даже не вижу, где делить. Я не понимаю. На него сверху на него придави. Вот, и он должен разделиться на три части. Хочет. Коварный какой пестик.
Don't roll me, don't roll me. Я вообще даже не вижу, где он должен делиться. Don't understand how to do this. I would like to. I will want. You necessary to put one along the side. Okay, I'm trying. But your side will be good size because it's too small. А, я поняла, они закручены между собой. Get one. Спираль. Ну, свет, конечно, нужен. Давай я сейчас включу. Окей, I see. Короче говоря, ребята, эта штука закручена в спиральку, и надо разглядеть эти спиральки еще. Ну, если у вас плохое зрение, то у меня единица, и то мне тяжело увидеть эту штуку. Ну, вот здесь подхватить просто сложно. Я ее вижу. Блин, не хочет. Пока не снимаешь здесь. Получилось, вроде. Ну, вот этот мельче, чем предыдущий. Копланд. Some insects can pollinate these plants. Do you mean bee or? I tried. I can. It's inside like a powder. One, two, three. You just bud along. Only one? All. Like this. I think this one is. I understand. Короче, надо потереть об каждую часть этого пестика. Окей, let's compete. Причем он тер снаружи. Три везде, так надежнее. Блин, хорошо, что я не пошла в хирурги, реально. Ну, вроде бы я все потерла, что было. Ну вот, все получилось. Угу. Теперь это надо все подписать. Микроэтикеточки. Drop it in the spade. It's okay.
this bed will be crossed about maybe 4 p.m. Good. Ah, it's okay. Okay, complete. Okay, good job. Thank you. Next 4 months, if they have a seat, I will send to you. Oh, okay. Thank you. Omia. Ni Omia. Ni Ole Chilia cross. Ek Mia Shanti Niai. Oh. Oh. This one. Uh-huh. And this one. And this one. What design you want? This side or this? This one. Okay. Because. It has a stolon like a Muliana, say Muliana. Major size like this would be. Yes. Uh-huh. A step like a Acmea Shantinia, but it form like a Muliana. I understand. Это гибрид Ихмея и Неоригели Мурианы. Do you do it yourself? Okay. And this one. Over there. Cohen cross the old. Yes. Can take this? Yes. This is special. Oh, big, very big beautiful. Spin. Ага. Смотри, сколько этой сингенелы внизу. Эритропус растет как сорняк просто. Моллис. Big spin from Hohen. But it's from Neo. Мулина. Запомнить, это Neo. Мы сейчас спросим. Okay. Новиночки для нас. Он здесь для нас. Нам скоро надо будет теплицу. Идем вдоль дома хозяина фермы. И тут растут вот такие вот здоровенные бромелии. Не очень понял, как они называются. Алькантария, что ли, что-то в этом роде, но мы потом узнаем. Скажем точно. Ну, диаметр розетки метр точно. Очень красивые. Это уже неоригелии. Тоже здоровенные. Это здоровенный эпифитный кактус, но, скорее всего, это драгонфрукт. Вот так вот он растет, повиснув на каком-то кусте. Тоже весь от жары желтый. Ну что, пришло время прощаться. Нас привезли в аэропорт. О, у нас осталось всего 5 минут съемок. Ну ладно, я тогда не буду их тратить сейчас на это. У нас карточка еще есть. А, ну с собой, отлично. Тогда я снимаю, как уезжает машина. Пошли. Пойдем.